Чтобы уже закончить, давайте займемся низом совершенно. Возьмем вот цветочек. Казалось бы, странно, да? Почему берем цветочек? Сейчас увидите, почему. То есть мы возьмем не 8 лепесточков, а возьмем их 3. И углы делаем ровными, 90 градусов. Вот так. Теперь следующий ход. Как всегда, экструда запихиваем в экструдере, смотрим объект, ну, где-то вот так. И самое хитрое — это еще один экструдер. Разворачиваем мы его сейчас. Смотрите, мы его развернем и таким образом сделаем как бы внутри еще перегородочки. Так, уменьшаем. В итоге получаю вот такой интересный. Так, это что-то тут было не то. Сейчас мы еще разочек экструдер повернем. Оп, повернули. Совместили. И теперь мы можем это уменьшить. Так. Отлично. Ну и тут, естественно, вот так. Потом скруглим углы с помощью капов, тут подберем и так далее. В общем, должен получиться у нас вот такой предмет. Вот такой предмет должен получиться. Здесь я сейчас сделаю какие-нибудь такие полосатые полоски. Для чего пойду вот сюда, возьму опять же вот поуже его сделаю, поменьше, еще поуже, и здесь закруглим. Сделаем вот такой полукруглый. Посмотрим сейчас, куда он нам пригодится. Выделим экструд. Как видите, очень много вещей делаются одними и теми же операциями. Если вы их запомните и будете пользоваться, то практически вы уже все знаете. Так, капы мы сделаем по одному или по два. Два и два. Вот так. Разворачиваем. Так вот, раз. И пойдем вот сюда сейчас. Примеривать пойдем. Так, сюда. 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 Сверху будет хорошее видеть. Хорошее. Так, развернем опять же. Так. И вот сюда поставим. Хорошо. Может быть, чуть его уменьшить. Убираем.
чуть-чуть уменьшаем. И снова вставляем. Вот так смотрим. Да, хорошая крышечка. Мне интересно, удастся ее прокрутить по кругу или нет. Просто интересно. Так, но сначала я сделаю то, что я хочу сделать. То есть мне надо теперь здесь тоже сделать квадратик. Ну, тоже сделаем из этого, с прямоугольничка. Так. Вот так вот. Ну, тут я не поленюсь, конечно, воспользоваться мографом. Сначала я сделаю кругленькие все эти краешки, вот такие. Потом я сделаю это с экструдиком. Поглядим сейчас на нее, как он выглядит этот. Немножечко неровно он выглядит. Поправим. Оп. Назад. Ставим. Еще раз глянем. Да. Вот так. Ну, закруглить бы нам тоже не мешало это дело. Кап. Ну, дофига. Один-один достаточно будет. Вот так. Так, ну а это в Мограф, конечно. Это, конечно, в Клонер. Экструд. И мы видим уже тут появляются нужные нам штучки-дрючки. Расстояние нас не устроит, понятно, поэтому мы сейчас в клонеры пойдем. Вообще очень удобная штучка, я вам скажу. Так. Сделаем 4, достаточно будет 4, вниз и углубь. Так. И еще раз. Сюда. Может быть, надо немножечко. И сюда. Все-таки чуть-чуть. Эта подгонка, она, конечно, достает, но что потом все будет хорошо. Так, есть. Вот у нас получилась вот такая штука. Давайте теперь из нее сделаем один объект. Все, вот он у нас один объект. Отлично. Ну и попробуем его крутануть с помощью мографа. Не знаю.
посмотрим. Клонер, вот это сюда. Три в круговую. Где у нас? Пять. Не надо нам пять, нам надо три. Так, теперь подумать, как ее разместить. Ну, во-первых, наверное, надо положить ее на землю вот так. Так, теперь с помощью трансформера поднять их вот так на 90 градусов. Так, отлично. Теперь развести их и подвести уже к самой. Вот здесь хорошо видно. Так. Странно, здесь по-другому выглядит. Пускаем. Сюда. Попробуем с помощью просто подвинуть. Вот так. Я с самого начала там что-то прошляпил. Вот так. Здесь вроде нормально. Нет, что-то я тут с самого начала прошляпал. Давайте попробуем еще раз. Должна работать. Должна эта штука работать. Так, убираем. Раз. Вот он, клонер наш. Еще раз. Мы идем Мограф, берем наш клонер, кидаем сюда еще один клонер. Так. Говорим, что нам нужен круг. Объекта, да? Вот. Идеально нам нужно. И нам, ну пусть будет так, да? Нам нужно 4, 3 штуки всего. Вот 3 штуки. Так, теперь давайте будем их как-то разворачивать. Это всегда как-то вот немножко странновато. Положим на 90 градусов. Вот 90. Сейчас все хорошо. Теперь в трансформировании начинаем выпрямлять их. Тоже на 90 градусов. Отлично. Так, теперь начинаем сжимать. Совмещаем эти вещи сначала. Хочу их поставить на место сначала все. Место это вот оно. Так. Посмотрим.
рисковать. Давайте теперь объект начнем уменьшать между ними расстояние. Вот оно. Так, и сдвигать в ту точку, где серединка. Я думаю, что где-то здесь оно должно быть. По идее, здесь все должно быть точно подходить. Безо всякого. Если правильно все сделать, то должно все подходить. Так, ну и еще разочек будем вносить их сюда. Так, теперь посмотрим. Подберем их вот так. Ага. Вот как получается. Чуть-чуть крутанем. Чуть-чуть. Да, ребятки, все хорошо. Все встало на свои места. Дальше продолжим уже удлинять лапы.